который должен был не вынести огонек на Джараксуса, чтобы потом уйти из позора. Желательно один из них шаман. Не, нихуя. Колбаса? Нет. Господи, нам нужен четвертый Холи Паладин? Не, нихуя. Да пусть будет, блядь. Вам что, жалко, что? На кухне. Нет. Холи Паладина, четвертого. Для кучи. Чтобы в розовой компании быть. Мы сейчас камни будем самонить. Что делать? Недостаточно ярости. Ебать ты долбоёб, братишка, земля тебе пух. Не, нихуя. Шаря сегодня разговорчивый. Нет. Ты чувствуешь, когда... Интересно. Вы знаете, что это сунпад? То, что это сунпад? Нет. Нет, конечно. Это все Шаря говорит. Нет. Я шамана нашла. Еще заебись? Шаря. Тебе какая разница, осёл? Я качаюсь, пошёл в крыше. У меня есть лук, я просто немножко не докачал. Все спамлю, варлок 230 плюс. Да, бесплатно. Опа, альянс. Опа, орда. Опа, драки. Опа. Нет. Нет. А чё они вышли понтоваться? Памлю. Ну где я тебе его возьму? Давай рефрактнем Сантея. Нет. В смысле, что значит какой-то? Это второй друид, который будет бафать лап. Всё! Нужно больше ярости. Остановись! Ох, я себе. А ты где его нашел такого 279? Чайки, блядь, налетели на радостях. Зато 4 хулипала. Нормально? Не, нихуя!
Нужно больше ярости. Не хочу. Нет, ну... Мне не надо Т4. Ну я заслакаю. Так я же заслакаю на кубе. Все плохо. Ой, ну как тык-тык-тык-тык-тык-тык. А он крестик нажимает. Кого угодно, кроме меня, ну поставь. Ну чё ты, ну кого угодно. Я хочу вообще просто постоять. Я же не нажму опять. И все. Я же позову. Туц! 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 Ща. Я... Дай Куба мне гейтрап. Быдло. Быдло. Быдло вот здесь. Войт, стой наверху, я приведу тебя. Предлагаю вайпнуться на трэш. Нет. Поздно, я уже веду. Нет. Ну, уже... давай. Не, нихуя. Каждому. Лови. Стоим наверху, стои. Минус. Не прохилилась. Нормально все. Вагон. Не ссать. Нет. Нужно мозги спиловать, не помыть. Нет. Прав все сонные, а сейчас уже. Это самый топовый рейд. Вот еще один долбоёб. Так что мне, блин, все больше страшно. Ой, с другой стороны еще один дебил. Развернись. Давай хули паладина кончить. Не понял. Какого хули паладина вы там кикать собрались? Тебя кого? Старый хули паладин. Вы дали шаману кулачок? Нет. Белорусских?
Так, кубисты адрес в личку скинули. Да-да-да-да, я блокнот, ручку взяла. Я буду, вместо того, чтобы хилить, я буду следить за кубами, я буду на них смотреть. Не, нихуя! Спасибо, Шер. Раком. Так, чтобы хвост не лежал на метке. Пять, две, восемь. Нормально? Справились? Это молодец. Я заметила. Тебе записано? Живые наступают. Шарит, записывай лучше. Пусть человека несет. Нет. Петуха просто пет. Петуха просто пет. Мне надо бродачок. Я обманула, что мне не надо.
если кому-то еще надо, я передам. Я вышла, потому что в портал. Так что засовывай себе, потом мне отдашь. Кто-то. Монстр. Ой, сними, пожалуйста, лутера на секундочку. Своего лутера, да. Лут. Фа-фа-фа. Тут травиночки, пока лечу. Да хранит тебя свет. Угу. Два раза. Полный карман этого кошмарника. Кошмарник и огнелист. Не спрашивай. Алхимку долго качать? Нет. По-моему, за пару часов, за 1500 она у меня... А дрочить рецепты надо какие-нибудь с острова там? Алхимия дешевая. Она сейчас дешевая, реально. Ладно, гоню так гоню, что ты. Я привык врать. Если кому-то надо качнуть алхимию, можно у дур-дур за 1500 купить. Это наглая ложь. Ну, 450 у меня. Нет! Нет! Дешевле за донат, по-моему. Один раз не пидорос. Конечно, сам в шоке был, то кузнечку, по-моему, я... 1500 за 9, по-моему, качал, и тут потом алхимку на твинка 1500, думаю, ну, за... Да. Ты хочешь колду перекинуть? Мне только надо выпало. За ачивки ссылка не хочешь? Крылатая лошадь. Я собрала все, можешь лутер обратно. Спасибо.
ДХ. В среду уводит. Я сбил музыка. Что уже пофиг. Вой, пока они бьют, давай этого городачок мне. Он все равно ничем не занят. Видишь, какие пачки собирают? Вик 10, 270 плюс. Пуху. Интересно, по болтушкам эти. Ты же космос, он долбоёб. Осуждаю. Райва, посчитай, сколько у нас паладина. Давайте так, это математика. Сколько паладинов и сколько всего у паладинов аур? Вот стоят огненная, ледяная, темная, воздаяние, благочестие, сосредоточенности и коня. 7 аур, 8 паладинов. Соответственно, Райва, лоу IQ. Райву, лоу IQ. Сука, я специально отойду и включу сейчас ауру коня. Ты включила. Я бы ее вообще не выключал. Райва аура долбоёба супер, потому что человек не может на Зараксе все ещё ровно теперь сносить на всех, кто пытается срать на голову. Да я ебу! Вообще левый чувак. Я не думаю, что таких бы держали. Да он начинает оскорблять людей. Это, по-моему, его жизнь обидела. Я на полном серьезе. Не вынести огонь на Джараксис и попытаться ёбнуть рей. Это печально. Первый раз он, второй раз ДК, который ливнул. Не, давайте шамана потыкаем. А реально, а чё так долго-то у нас пока что?
Спасибо, мы еще помогли много. Блин, не петух, а просто пет. Шпарик. Шаря так. Или шаря ушел. Нет. Да. Нет, аура коня на месте. Да хорошо. Так, кто офнет ауру коня, того кикал. Так я же специально это шоу, блядь, включил его. Ну, все правильно. Так, а ну паладины, перекличка. Кто какую ауру держит? Быстро. Коня! Дай вагон. Включай коня. Рами не понимает, мне кажется, когда он попал. А еще когда в рейде 15 паладинов, вот. С конем, соответственно. Детский конь лизнул, испугал. Кошмар. Это лучший ник. Да. Человек 20 там. Нифига себе, это разброс. Угу. Да. Давай маунт. Так они с метками. Восемьдесят четыре плюс пять. 89 у меня. Блять, я сролил маунта. Бегу. Бегу, блять. Прекрасно.
А грудак, который я стырил, точно никому не нужен? Это будет больше, чем у мага. И он стоял на кубе и хорошо прожимал. Угу. В смысле? Вот эту херню Арни, а то я ее спиздила наглым образом. Ну все. Очки арены, очки арены. Очки. Ладно, Слава, спасибо. Я пошла отсюда. Недостаточно ярости.